Конкурс «Советская песня» телерадиокомпания «Кузбасс» проводит уже в четвертый раз. На этот раз принято почти 200 заявок. Среди участников – Ленинск-Кузнецкая вокальная группа «Вдохновение». В этом году творческому коллективу Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями исполняется 10 лет. Петь – это их хобби. В репертуаре группы «Вдохновение» – песни разных времен и жанров. Ежегодно они принимают участие в городских и областных конкурсах и торжественных мероприятиях. В 2018 году они стали лауреатами регионального телевизионного конкурса народной песни, сделанной в СССР. В этом году коллектив претендует на участие в фестивале «Для тебя, Кузбасс» с песней композитора Александра Журбина и поэта Петра Синявского «Ах, эти тучи в голубом». Тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Поддержать группу «Вдохновение» из Ленинска-Кузнецкого можно на сайте вести42.ру в разделе «Конкурсы».